Вот, уже осень наступает, становится так грустненько, да, сейчас будет холодно. Лето как-то прошло уныло достаточно. Я много чего планировал на него, но ничего не успел в это лето сделать. Ни что планировал, ни еще что-то, что могло бы быть. Вот так вот. Даже канал не знаю, о чем вести. Я видел интересных пару моментов, но что-то поленился заснимать и все такое. Да, озона нарезать, озона полно, да, озона тоже лень нарезать. Вот озона 684 Games. Вот, ну его нафиг. Ну да ладно. Через некоторое время разберусь с собой, да, с настроением, да. А то, может быть, от пива, там пиво жру, как бешеная лошадь. Может быть, от пива у меня не получается ничего по 2 литра в день, да. Выжираешь и ничего, и спишь потом. Так, конечно, настроения нифига не будет. Надо завязывать, и тогда будут офигенные осенние влоги. Ну а пока в планах только показать городской парк после это самое, да, после улучшения. Там обещают мраморные, то есть плиты сделать в городском парке. Как бы, да, там обещали, что в шахматном просто мрамором заложат городской парк. И это не в Москве просто. Но частично это готово. А так мы посмотрим. Но это будет уже 1 сентября. То есть это 30 и 1, да? Соответственно, там к школе надо что-то списать, какую-то хрень о школе. Она получается, как правило, эпичной. Ну а так, видите, какая грусть осень. Осень. Пожухли все листы. Мне никто не нужен, кроме ты.